Дорогие друзья, на ваших экранах чудо-картина. Она огромная по размерам. Находится она в полутораметровой стеклянной рамке, которую мне специально заказывали для моего сегодняшнего выступления. На экране женщина, у которой сегодня юбилей. Но эта картина дорога мне еще по одной причине. Ее мне помогали делать дети. Точнее, даже не просто помогали, а можно сказать, что они сделали ее практически даже без моей помощи. И это для меня самое ценное, что только может быть. Потому что поделиться теми знаниями, которые у тебя есть, которыми ты обладаешь, это самое лучшее, что может сделать человек. И когда эти знания воплощаются в такую красоту и в ту детскую радость, а вы не представляете, сколько было радости, когда картина была готова и как все начали с ней фотографироваться, сколько было аплодисментов и сколько счастья. Вот. Поэтому, собственно, это, на мой взгляд, одна из лучших моих работ. Моих в том числе, потому что я все-таки тоже имел отношение к этому портрету. Картина состоит из 320 кубиков, и, как я уже сказал, изображена на ней женщина, у которой сегодня юбилей. Но и это еще не все. С этой картиной была проделана огромная работа. И эту работу вы сейчас увидите. Я обойду картину с обратной стороны. Пока что покажу тот беспорядок, который у меня в гостиничном номере. А теперь смотрите, что с обратной стороны этой картины. С обратной стороны вторая половинка женщины, у которой сегодня юбилей. Любящий муж, чей портрет сейчас на ваших экранах. Сегодня вечером я выступаю в отеле Ритц-Карлтон, где и буду показывать вот это произведение искусства. Хочу поблагодарить всех ребят из лагеря «Шахтерская слава», которые вместе со мной трое суток сидели над этим двухсторонним портретом, над этим чудом кубического искусства. Вот. Хочу передать отдельный привет, опять же, всем тем же ребятам, Славику, Олегу, всем Данилам, которых аж трое, Владику, Жене, ну и всем остальным ребятам, которые мне также помогали с этой картиной. Пользуясь случаем, хочу передать привет еще раз в «Шахтерскую славу», по которой очень сильно скучаю, несмотря на то, что вернусь уже завтра днем. Буду ждать встречи с ребятами, и мы готовы творить новые шедевры, новые картины из кубиков Рубика. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч на моем канале.